Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас после кузовного ремонта Nissan X-Trail 2005 года. На автомобиле были повреждения, точнее говоря, сказать, следы коррозии на задней крышке багажника. Мы разбирали полностью крышку, убрали следы коррозии. Ну и также спереди на рамке лобового стекла были повреждения, тоже также была коррозия. Ну и само лобовое стекло было битое. Выполняли ремонт деталей кузова, а также выполнялся окрас деталей. Частично разбирались верх кузова, ну и соответственно поменяли само стекло. Видите, попадание в цвет у нас 100%, есть своя лаборатория по подбору краски. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по кузовному ремонту автомобиля, звоните. Мы всегда на связи, готовы вам помочь. На весь объем работы мы потратили 4 дня, и сумма ремонта составила 26 200 рублей. Гарантия на наши работы 3 года. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.